28 декабря 2022 года президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Хатаинском районе Баку центра ДОС номер 5 агентства по устойчивому и оперативному социальному обеспечению при Министерстве труда и социальной защиты населения. А уже с начала года центр открыл двери для своих первых посетителей. Четырехэтажный центр, общая площадь которого составляет около 4500 квадратных метров, спроектирован в стиле модерн и конструктивизма и отвечает самым высоким стандартам с точки зрения инженерных систем. На первых двух этажах проводится обслуживание граждан. На оставшихся двух расположены административные помещения, комнаты управления информационно-технического характера, охрана труда и другие. В центре работают до 120 человек и 50 волонтеров по программе «Добровольный ДОСТ». За сутки планируется оказание услуг 650-700 гражданским лицам. Услуги, предоставляемые гражданам, будут проводиться параллельно в окнах обслуживания социальными агентами, работающими в этом центре. Они охватят сферы занятости, социального обеспечения, социального обслуживания и другие направления. В общем, планируется оказание 154 услуг. Также услуги ряда центральных и местных органов исполнительной власти будут оказываться членам семей шахидов, а также инвалидам войны в рамках единого координационного центра. Помимо оказания услуг, в этом центре созданы специальные возможности для обучения, которыми смогут воспользоваться сотрудники ДОСТ, в том числе молодые специалисты и волонтеры. Планируются различные программы обучения, присоединение к международным контентам, будут реализованы проекты и программы сотрудничества. В агентстве ДОСТ есть учебный центр по повышению квалификации сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения. Также для их развития здесь планируется открытие библиотеки. И впервые в нашем центре будет работать центр медиации. По сегодняшний день центры ДОСТ оказали услуги в целом свыше 1 миллиона 250 тысяч человек. А уровень удовлетворенности граждан составил 98,2%. Как только узнала, что в нашем районе открылся такой центр, сразу решила обратиться по поводу пенсионной услуги. И я осталась очень довольна как персоналом, так и решением моего вопроса. Мы пришли сейчас по поводу социальной помощи. За, ну, оказанные услуги, в принципе, в смысле никаких проблем не создало. То есть все нормально. Плюсами волонтерства является то, что мы получаем опыт в различных сферах и также знания. В различных, также законы Азербайджана изучаем, связанные именно в социальной сфере. Я студент. Раньше работал волонтером в службе ОСАН и Формуле-1. Наша работа состоит в регулировании обращений граждан, их очередей, в том числе процесса предоставления социальных услуг различным категориям. Отметим, что концепция ДОС, положившая начало качественно новому этапу в сфере социальных услуг и способствовавшая существенным изменениям, является важной составной частью институционально-структурных реформ, проводимых в нашей стране. Нюльфер Асланзаде, Урфан Алиев, новости АСТВ.